зомбический привет от доктора Лютого. Маленький зеленый кролик, это мой посланник был. Ку-ку. 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 Вот, комиссар, ты полицейский, ты должен такие вещи уметь расследовать, зомби я или нет? У меня с этим опыта нет, я думаю, нужно взять кровь на анализы и отправить в лабораторию. Они скажут, если там что-то не так, аномалии какие-то. Да какой там еще анализ? Дайте ему чеснока пожевать и готово. Если он зомби, то его сразу скрутит. А если кокин, то ему только хорошо от этого станет. Чеснок, конечно, хорошее средство против вампиров, лёликов, но ты же его весь съел. Там вообще ни головки не осталось. Обжора ты несчастный. А кто мне было есть? Кокин, когда на суд уходил, холодильник забыл загрузить. Что, мне голодным было сидеть? У меня тут один зомбодоктор есть знакомый, надо им позвонить. Он Кукина вылечит. Два счета. А что, такие доктора бывают, что ли? Никогда не слышал про таких. Интересно глянуть, что за такие доктора зомби. Доктор Лютый, зомбический привет всем. Кто здесь пациент? Да вон этот вот в шлеме. Доктор Кукин бывший. А теперь он зомби. Его расстреляли путем отрубания головы на гильотине, сидя на электрическом стуле. Вот и превратился он в зомби. Надо лечить срочно. Зомбический, привет от доктора Лютого. Здорово, доктор. Странной наружности. Ну, я подозреваемый в бытии зомби. Ну, честно говоря, они преувеличивают. Меня просто расстреляли. Не обращайте внимания, доктор Лютый, это он стесняется. Я все понял. Это типичный способ стать зомби. Но важный вопрос, сами понимаете. Дело лечение дорогостоящее. И очень важно знать, есть ли у вас деньги. Деньги у вас есть на лечение? Денежки есть? Водятся? Денежки-то у вас. Да откуда у нас деньги? Мы последние на чеснок потратили.